В Павлодарской области продолжается аварийно-спасательная операция на Майкаинском золоторудном месторождении. По данным департамента ПЧС, спасатели подняли на поверхность тела двух погибших сотрудников. Ситуацию на месте происшествия осложняет угроза повторного обвала грунта. Для этого укрепляют края обрыва. Накануне ночью, напомню, на руднике Майкаин-Золото под землю в очистное пространство провалился автобус с тремя пассажирами и водителем. Причины чрезвычайного происшествия расследует специальная комиссия. В аварийных спасательных работах участвуют спасатели Павлодарской области, спасатели военизированных аварийно-спасательных служб, местные исполнительные органы. Всего участвует 73 человека, 17 единиц техники.